И всем привет, друзья! Всем привет! И мы снова в свадебном салоне. Сегодня мы заехали уже сделать нашу финальную... Наш первый, не нашим другой, где мы с бабушкой. Да. Сегодня мы решили сделать финальную закупку. Любимая покупает платье свадебное, которое вы уже увидите на свадьбе. Ульянка сейчас пойдет помогать маме, потому что ей нужна помощь твоя. Ну, чуть-чуть. Я здесь жду в коридоре. Она делает последние примерочные процедуры. Посмотрит. То есть платье уже готово, она уже знает, какое. И плюс выберет еще что на голову. Там диадему, читиару, как они там называются. Фату, не фату. Ну, вот это. Типа. Да. Неклас. Вот, и все. На этом выбор платья наш. Готов. Можете нас поздравить. Мы поедем дальше. У нас еще сегодня куча дел. Очень продуктивный день. У нас хорошая погода. Идет дождь. Как всегда на выходных. Все. Следуйте за нами. Привет, привет всем. Можете поздравить меня нас с покупкой свадебного платья. Все, final. Да, боже, такая счастлива. Короче, расскажу предысторию. Это было первое платье, кстати, мое, да? В этом салоне, да. И я, боже, оно такое красивое, большое, как принцесса. Я не хочу как принцесса, я хочу более другой стиль. Ну, более легкий, знаете, воздушный, как бы. Но оно было красиво, но я как бы нет, это как бы очень слишком для меня, слишком красиво, я хотела более попроще. Вот, походили мы по свадебных магазинах, два. Сравнили, нужно много перешивать, что-то там переделывать, а вот это платье реально только бретелечки, укоротить и все, и все. Вообще супер. Классно, да. И цена очень хорошая. Да. Ну, короче, $1000 платье. $1000 цена и скидка на него, потому что мы брали, мы не заказывали, а брали, как оно висит, $370 скидка. То есть это вообще супер, нам повезло и с платьем, и с кольцами. И заказала ты еще корону, да? Ну так, диадема, не диадема. Ну какая корона? Короче, такой как бы обруч. Какой-то обруч, в общем. $180. Короче, сегодняшний... О, 180, это дорого, но... Сегодняшний счет наш 1237. Не видно. Ну, в общем. 1237. То есть, в принципе, хорошо. Мы пока идем все по плану у нас. Все, что мы берем, как бы и цена, и со вкусом, да, то, что да, нам да, нравится, да, а не лишь то, бы... что нравится, боже. А вот тогда мне понравилось вот этот день, когда мы были в этом магазине, мне понравился платье за 2200. И она готова была скинуть нам за 2000. То есть я вот это классное взяла за 1000, то 2200. И его нужно было еще переделывать. Оно было на меня большое. Ну, в талии там ушивать. А здесь ничего, кроме бретелек. И то мы сделали здесь... как бы договорились, что придем, и здесь специалист нам все это подделает. Она тебе карточку дала, поэтому, кстати? В мейл, мейл пришел, да. И все это сделает за $50, как бы. Ну, где-то, да, в районе там подрезать лямочки, да, я так понимаю, пуговичку пришить, да, да, и да, да, все. Да, там она висит просто. А прошлое платье за 2000, там 200 скидку она дает, но там надо было из-за того, что перешивать что-то, вышло бы еще плюс 500 или 1000 долларов, там, в зависимости. То есть, ну, как это бы... Это вообще, ну, я... И так работают здесь все салоны, то есть они нам дают большие размеры, да, нам они или что-то, а потом на это. Вы приходите, переделываете. То есть вот, друзья, у нас заняло 3 дня, то есть первый день первый салон, второй день второй салон, и третий день все, покупка платья, то есть как бы... Я получается, в пятницу мы пошли в один, в субботу в другой, и я уже поняла после второго магазина, я уже поняла, какое платье мы будем все-таки брать. Вот. Так, все, поехали дальше. Альбертразяврик наш голодный, мы едем, купим бургер. Да. Бургер ему, и поедем... Дальше? Да, в следующий магазин. Thank you. Так, у нас
Ульяна заказала спешл меню. Да. А трубочка есть? Есть, я вижу. Короче, бургер. Покажи. Так не видно сзади машины. Да, не видно, хорошо. Бургер заказал, чизбургер, наггетсы, ну и соус там к наггетсам. Кока-кола. Да, $7. Чтобы у нас альбертозаврик на нас не злился. Да. А за что? Просто так не злился. Да, чтобы... да, да. Короче, приятного аппетита, Ульянка. Так, мы с Ульяной еще докушивает. Мы ее ждем. Что там вкусные чикен наггет? Там не чикен наггет, там как-то по-другому, да? Но мы сказали чикен наггет. А что, как оно называется правильно? Я не помню. Там начинки. Все, не важно. Сколько там... Coke Zero, Sweet Sour, Nugget. А, Nugget. Просто Nugget. Так, куда мы приехали? Так, значит, мы приехали в Toys R Us у... как бы... Ой. У меня крестник здесь есть. Да, у Лениного крестника. День рождения через 2 дня, поэтому мы приехали быстренько купить какой-то подарок. Хорошо. Ему будет 5 лет, да, мы знаем приблизительно, что там. Раньше ему нравились динозавры, мы покупали динозавров, сейчас мы обалдеть. В Трансформере что-то такое посмотрим. Да, какой-то. За что-то другое интересует. Ну вот, ну покажем вам немножко, что там есть. Угу. Потом нас ждут дальше дела, следующие. Этот магазин мы вам еще не показывали, потом будет... Какой, Toys R Us? Да, да. Но будет мы не делаем, как, обзор мы сделаем отдельно, а... Ну так, немножечко. Да, просто немножко покажем, сколько там игрушек, какие игрушки, да. Зачем, почему. Угу. Всё, пойдём? Да, всё. Ты всё там? Пирожок. Да, руки не вытирай не об себя, а салфеткой. Так вот, мы идем в Toys R Us. Toys R Us. Знаменитый детский магазин. У нас один такой, да, специализированный, только детские игрушки. Ну, в нашем городе. Не знаю, может, в других есть что-то побольше, получше. Ого, тут столько народа сегодня. Праздник какой-то, че что? Так, давайте предлагаю сразу идти трансформер или что там, лего или... То есть тут такие интерактивные игры. Не буду останавливаться, а выберем сразу. Ну, есть лего, а трансформеры в той, как бы, там где маски были, пистолеты. Я предлагаю там глянуть или тематику. А с лего нету трансформеров тематики? Не, она бы сказала, что лего. Да, да. Ну все. Блин, какой там праздник сегодня, че шо? Тут есть и отдел для младенцев. Смотри, сколько людей. Все резко кидались игрушки покупать, дома сидят. Кстати, здесь велосипеды тоже есть. О, ребята, давайте глянем быстренько. Сейчас или потом? Давай сейчас. А, так вот, смотри, стоят. Ну это маленькие. Пошли на велике, там они прошли. Так, мы идем на велосипеды, еще Ульяне, возможно, подарок присмотрим. Это для кого? Нет, ребята, это для меня сиденье, это для Ульяны маленькое. Да нет, тут кого-то мы поняли. Нет, не так. Да, да, да. Смотрите, ребята, вот это вчера мы видели, да? Антон, здесь дешевле велосипед. А-а-а, точно. Ну. Хотя вон 144 тоже, и вон 127 дешевле. Да, да, так смотри, прикольные. Вот смотри, вот такой вот фиолетовый, там сколько было, 147, тут 144, они такие же. Но здесь цвета другие. Да, вот этот черный с розовым мне нравится. Ульянка, тебе какой нравится? Да? Мы потом попросим, чтобы спустили, мы посмотрим. Большой, небольшой. Да? Там тоже есть еще. Ну а тут нету ни... Здесь а, так тут написано, смотрите, boys. А на том черный с розовым написано что-то, что это? А, так тут сейл даже сказано. Так, все, пошлите, потом не, ну идем. Круто выглядит, черный с розовым круто выглядит, да? Вот смотрите.
Да, пошлите. Мы потом попросим, чтобы вы спустил, чтобы мы make sure. Ага. Бачите, дуже рано. Ну, типа самокаты. Ну, это вообще для маленьких. Идем вот с той стороны. Ну, это такие самокаты ручные. Мы еще думали типа электрический самокат. Вот, смотри, ребят, я нашла скейтборд. Да? Вырастешь. Ну, ты на велосипеде, на роликах научись кататься. Ты... Так, ну все, да, идем. Хороший сегодня день. Да, пистолеты. Ну вот, Hot Wheels, он хотел. Вот смотри, тут такие машины. Давай подойдем мы. Вот еще Hot Wheels. Кстати. Давай посмотрим. Вот здесь маленький. То есть мы уже показывали Hot Wheels в Walmart. Мы выбирали максимум, мы смотрели. Угу. То есть есть или маленькие машинки, по доллару, там 49. Есть целая. А у него дорога, кстати, есть вообще? Вообще, когда-то мы покупали с крестным. Не, это Matchbox, это не Hot Wheels. Да, Matchbox. Hot Wheels вот здесь, смотри, здесь 100 машинок. А, нет, это 100 car case. Это просто кейс для 100 машин. Пошли туда, они ушли. Да, то есть только тут маленькая. У него да, есть вот. Типа такое, мы уже дарили. Вот такое? Что, ну что-то такая дорога когда-то. А чего ты это не купить, Матюша? Это очень дорого, 204 и... Еще нам надо машинки купить. Короче, у него какая-то дорога уже есть. То есть, да, дорогу нет смысла, да, тогда покупать или как? Я не знаю, где она сейчас, потому что это было уже 2 года назад мы дарили с крестным. Короче, здесь все, да, здесь уже другие машинки. То есть, смотрите, или дорогу и с машинками, или отдельно машинки. Вот, короче, весь выбор. Давай дальше посмотрим. Да, идем посмотрим тогда еще трансформеров. Да. Ну, кто-то крикнул трансформер. Слышали? Да. Так, динозавры у него уже отошло. Вот, трансформер. Итак, друзья, мы пришли на трансформеры. Я вот не могу понять. Это с одной игрушки сложится еще другая какая-то. Ну, да? Типа да. Это любители трансформеров, комиксов, фильмов и мультиков. Любимая у меня не смотрела. Они такое не любят. Представления у них нету. Поэтому предлагаю. Можно взять или вот смотри, 3 трансформера. Угу. Которые. То есть он $100. Которые превращаются в 3 самолета. Смотрите. Что? 3 трансформера превращаются в 3 самолета. Да, интересный вариант. Так, то есть здесь... хороший вот этот подарок. Да, согласна. Здесь трансформер превращается в вертолет. Этот трансформер превращается в танк. Угу. Есть побольше, но только один трансформер. Допустим, вот этот $129. Он превращается тоже в большой самолет. Опять же, есть разница, за кого ты, за плохих трансформеров или хороших, можно выбрать. Он за хороших. Можно вообще, он Bumblebee, смотри. Вот, да. У него, кстати, скидка хорошая сейчас. Вот, я думаю, да, классно. А что он где, типа, что? Bumblebee обычно превращался в машину. А что это делает? Смотри, это возврат уже. Мы ее обратно не будем, да, что-то там не то. Нет, здесь просто шлем, все, я понял. Ты одеваешь шлем и, типа, возможно, там он говорит, типа, как Бамблби. Хорошо, вот это. Поэтому, да, вот такие вот есть. Но это уже мультяшные более, видишь, с мультиков идет трансформеры. А вот те, как бы, более с фильмов. Предлагаю, да, смотреть... Или вот эти вот, 2 по 129. Тоже, нет, что это, они что, одинаковые?
Трансформер Командер. И тут Трансформер Командер, да. А, точно, да. Или вот эти три. Предлагаю. Это один большой, а да, там... Да, 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 да. А там что-то еще есть? Не, мне кажется, вот это все. Трансформер. Тематика. Тут Star Wars. А что, Star Wars, Трансформер? Ну, нет, войны? Star Wars это Звездный войн, Трансформер это Трансформер. Вот эту берем? Да. Ну все, бери, она не открыта, ничего. Все запаковано. Пыльно. Да, да, да. Все, как видите, санитазится, протирается, так что все на высшем уровне. Боремся против а-ля вирус. What's the age or height? How the how do you guys figure out? Ну что? Он как-то сидушка низкая. Нет, сидушка поднимется. Просто он так не, а ее там открыли, ее не поднять не тяжело, просто ставил, понимаешь? Там один ставил, здесь другой ставил, то есть это. Смотри, он идет с этим. Ульян, под... Ульяна. 20 инчей идет размер колеса. Тут есть тормоза спереди, сзади. Так, руль регулируется, сиденье регулируется. И защита цепочки. Yes, please. И шлем. Шлем включен. Черный. Да, то есть смотрите, в Walmart мы смотрели, он был 147, да, тут 180, да. И скидка вот, да, 125. Супер, да. Storm. Просто я не вижу, как они, для какого роста он. Он последний. Так, правильно, а сам велосипед где написано, для какого роста? Где мы рост твой сейчас? Становись. Измерим. Рядом. Вот это? Нет. Нет, рядом, рядом. Вот, вот смотри, твой рост вот здесь. Твой рост 130 сантиметров, 130 с чем-то, 130. Да? Нет, чуть выше, она 135, right? So 20 inches, yeah, that's what I'm thinking, maybe even 24, if it couple years. A 20 would probably be good for, I'd say, at least a year or two. A 24 might take her a bit to grow into. Yeah, yeah, yeah. So, видишь, 24 inch. What's the 24s? Can we can we take a look too, please? Can we put it on? Yeah. Так, сейчас мы выберем. А тут получается идет по размерам колеса и рост ребенка. Oh, this one? Yeah, these are all mountain. Oh, that's yeah. No, that's quite big for her. То есть, короче, какая тут система? Тут размер колеса, какого цвета таг, и тогда высота ребенка. Так что, какой для нее? Для нее подходит 20 вот инчей purple и 20 инчей purple. И рост ее 140-135. Вот, идем глянем на ту доску. Смотри, Лен, я бы взял фиолетовый. Вот, она purple, то есть она 135, то есть она в этом рейнже. Отсюда до сюда. То есть, когда она будет... Блин, как-то, да, как-то, еще 140, немножко, да. То есть 24, да, 135 здесь. Да. Она здесь, да. А получается, не хватает 5 сантиметров, чтобы она пересела на больший велосипед. Но мы только что посмотрели, больше велосипед уже, ну, для нее все равно большой. Да. Поэтому если я думаю, этот, года два она еще покатается. Да, он и говорит, то есть мы можем до 145, да. Чисто 140 с чем-то дотянуть, как бы вот этот рейндж перекрывает 24. Mm-hmm. Можем еще пару лет дотянуть и потом, да, опять брать или уже 24, или 26, как бы это уже взрослый. Там просто стоят горные велосипеды. Давай ножкой, ножкой. Пуш. Вот Улянка у нас все примеряет. А тебе какой? Я бы взял фиолетовый. То есть, смотрите, фиолетовый более девчачий, тот более как бы спортивный. 160,
скидка на него? Скидка 111. Супер. То есть 20 инчей, тормоза передние, это задние. Удобнее, чтобы... Есть, хотя там нет. А, там рама такая же. А ну, Ульяна, иди сюда. Там рама такая же, да. Не, рама другая. Не, я имею в виду низкая. Я имею в виду низкая. Там рама тоже низкая. Я думаю, из-за того, что высокая, неудобно, как я в детстве закидывать. В принципе, нет. Давай вот этот возьмем. Ну, сейчас. Рокстар, видишь? Не, вот этот стильно, со шлемом еще. Ульянка! Едь сюда! Давай, кати его сюда. Ставь рядом, будем сравнивать. То есть у нее есть два тормоза. Вот передний, смотрите. Передний и задний. Нам вот этот больше нравится. Он побольше. Да, мне тоже этот больше. Ну все, вот этот черный. Все, вот этот. Да, единственный минус, если грязная погода, здесь нет крыла, смотрите. То есть, как бы будет ляпать на одежду там и все такое. Но у нас она будет в шлеме. Здесь еще плюс со шлемом идет. Что классно. А ну, примерь шлем. Или они отвязываются. Привязан тут. Шлем тоже классно, смотрите, такой крутяцкий, черный. Да, классный. Велик выглядит крутяцкий. Я предлагаю... Ну, это будет не сюрприз, если мы тот же самый велик. Предлагаю прямо сегодня его и купить. Это да. Тебе на день рождения наш подарок. Да. Как бы, чтобы мы не катались, ну, это не будет сюрприз уже. То есть, не, мы берем... Ну, она, ты что там, пирожок, ты что? Думаешь? Это крутой велик. Ну, просто в сам день рождения мы тебе не будем. Ну, мы там что-то... в сам день рождения мы праздник тебе. Мне сами друзья будут скуплять, да? Ну, да, подарки, кто придут, да, детки. Мы тебе еще пати сделаем, детское. Ну, birthday party. Да, да, да. Не детское, а birthday. Хорошо, да. Не детское. Окей, договорились. Все? Все, берем тогда? Угу. Все, хорошо. Мы на кассе. Покажи, как все да. выглядит. Альберто Жаврик наш рад, доволен. Довольна? Точно? Надо, да. Покажи на камеру, как ты довольна. Ай ты. Понятно. Короче, что я могу сказать об этом подарке? Я вообще далекая. Вообще. Да, да, да. Не, ну нормально. Антон сказал, что это будет интересно. Ну да. Когда у тебя три робота, все мечтали в детстве. Чтобы у тебя хоть какой-то там Вольтрон был. Трансформер. Ну. Итак, что у нас по чеку? Так, осторожно. Чеку? Да. А, по чеку у нас вышло 237, 237.26. Угу.